2 и 4 октября в концертном зале студ-клуба у всех желающих была возможность увидеть, чем можно удивить жюри, чтобы попасть в ограниченное число участников 8 сезона долгожданного проекта «Звезда политеха». Дело в том, что критерий очень простой. Вот в этом море прекрасных талантов обозначить себя таким образом, чтобы ты был ни на кого не похож, чтобы в тебе была какая-то искра, как называют режиссеры и всякие великие станиславские, искра Божья. Чтобы ты обнаружил хоть что. Если ты шарики кидаешь, значит, чтобы это было так блистательно, так легко. Если ты поешь, значит, тембр твой и твой облик настолько интересен, ни на кого не похожий. Вот принцип такой. Вообще, это принцип не только звезды. Принцип людей искусства. Ничто не могло встать на пути ребят к достижению цели. Несмотря на температуру, Александра Семенова вышла на сцену и продемонстрировала прекрасные вокальные данные. А ведь девушка, к тому же, 10 лет занимается танцами. А я простила, Она далеко не единственная среди конкурсантов, могла похвастаться не одним талантом. Ребята готовы к конкуренции, трудностям и не скрывают своих амбиций. Я уже была на «Звезде политеха» 4 года назад, я прошла кастинг, но я серьезно заболела, мне запретили петь. И прошло 4 года, я пришла, чтобы победить. Многие ребята приходили со стихами собственного сочинения, сами себе аккомпанировали, сопровождали песни танцами. Как верно отметили члены жюри, людей без таланта не бывает. Главное – найти свое призвание и развивать те навыки, которые у тебя есть. Ну, «Звезда политеха» – это такой проект, который может быть перспективной площадкой для каких-то экспериментов, для творчества. И я пришел именно за этим. Но как же из такого огромного количества талантов выбрать чуть больше 20 участников? Кто, на ваш взгляд, достоин войти в это число и зажечь свою звезду? Смотрите видео выступлений с кастинга на канале Медиа-центра и выбирайте своих фаворитов. Мария Зайцева, Ксения Бруй, Геннадий Подольский, Никита Кудряшов, Медиа-центр Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.